श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नयनं गलदुसुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम गहने भविष्यति नयनं गलदुसुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम गहने भविष्यति Gaudiya Goshtipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakura Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru сказал, в процессе Харинама под руководством Гуру Вайшнава, в чистых Гуру Вайшнава, когда вы будете повторять Харинаму беспрерывно, в процессе повторения вы откроете свою сварупу. Однажды, но не сейчас. Годи Гоштипати, Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру сказал, вы будете читать Харинам с любовью, и вы будете беспрерывно воспевать святые имена с любовью, и очень скоро вы получите какие-то указания по поводу вашей секретной сварупы, то есть вы узнаете о своей форме вашей души. А в общем, мы можем сказать, что сварупа каждой дживы — это нитья Кришны Дас. Это общее определение, но когда вы будете повторять Харинам постоянно, вы однажды обнаружите вашу сварупу секретную. И только в том случае вы сможете зайти на территорию Рагануга Баджаны, но не до этого. Если кто-то будет следовать каким-то искусственным процедурам, ну, то есть путями, будут какими-то непонятными идти, они не добьются успеха, они будут наказаны, если кто-то будет все это искусственно что-то придумывать. И Прабхупада, он говорит, сахаджи, они не хотят понять одной простой вещи, что, имея материальное тело, материальный ум, как возможно поклоняться Кришне? Прабхупада говорит, Кришна Баджан — это не шутки какие-то. Кришна Баджан — это не шутки. О, что вы можете совершать баджан этим, с этим материальным умом, этим грязным телом. Нет, Кришна Баджан — это свойство вашей чистой души. Это естественная обязанность души. Но в каком случае, когда вы избавитесь от всех анарт, когда вы освободитесь от всех осквернений, тогда вы сможете начать истинный Кришна Баджан. Кришна Баджан — это природа души. Но каким образом, когда она очистится от всех анарт, с грязным телом, умом, ну, купаясь в анартах, вы не можете служить Кришне. Но сахаджия, они говорят прямо противоположное. Они постоянно говорят что-то противоположное. Но Махапрабху никогда этого не показывал. Махапрабху в Шикшастакам показывает нам, как совершать Кришнабаджан. Каков путь? Махапрабху пишет, мои глаза, они не могут остановиться. Мой голос, он прерывается. То есть я, ну, в процессе воспевания имен. И тело, оно проявляет аштасатвик викар. Волосы становятся, ну, дыбом. Как это сказать? И, в общем, все, как Бхактинот Такур пишет в Киртане. То
Харита Си Кришна Нама Санкиртан Гада Гада Бани Пуло Кито Баджан. Не можете понять, это киртан очень такой таинственный. Бхактинат Такур, он показывает, как развить желание. То есть, если не будет желания, как вы можете получить что-то? То есть, если вы не хотите чего-то, как вы это получите? Вот это абсолютное желание. То есть, как можно получить то, чего вы не хотите? Бхактинат Такур пишет, Махапрабху показал, что в процессе воспевания имен, совершения Харибаджана, вы углубитесь в эту бхаву, в настроение, и тогда ваше тело станет чинмой, трансцендентным. Санатана Госвами пишет, вы обнаружите, что вы не хотите ни пить, ни есть, вас ничего не беспокоит, ваше тело стало пракрита, вы не устаете. Санатана Госвами подпишет. Вы пьете Кришна Бхакти Раса, вы ее пьете, пьете, пьете. Вы забываете о своем теле и о всем том, что оно, что связано с этим телом. Вы забываете обо всем. И вы, когда вы будете пить Кришна Бхакти, вы забудете о своем теле. И вот такого рода преданные, казалось бы, что внешне их тело состоит из пяти элементов природы. Казалось бы, что их тело состоит из пяти элементов материальной природы, но тем не менее они уже проявили свою апракрита сварупу. И вот эта радиация апракрита сварупы, она распространяется по всему телу. И тогда ваши руки, они вдохновляются совершать севу. Глаза вдохновляются, ну то есть они хотят смотреть на Бхагавана. Язык хочет говорить имена Бхагавана. Поэтому когда кто-то видит такие признаки, ну, в ком-то вот такие признаки, это, то есть, можно уже прийти к каким-то заключениям, то есть, они постоянно такие люди совершают харинам, харикиртан и так далее. Когда сварупа шакти, когда бхакти деви входит в сердце, в тело, как мы можем почувствовать ее, ее присутствие, когда сварупа шакти входит в преданного, как вы можете понять это? Рупа Госвами Пад, Вишванатха Чакравати Пад, они говорят, вы можете заметить, что тот преданный, он постоянно хочет слушать Харикатху, постоянно хочет смотреть на Бхагавана, на Гуру Вайшнавов. Постоянно у него такие желания, он больше ничего другого не хочет. И это значит, что сварупа шакти, она уже в нем. Это вот такой результат пребывания сварупа шакти. И за ее присутствие вы чувствуете какие-то реакции. Вы можете наблюдать это в каких-то преданных. Тогда это означает, что он и двигается в правильном направлении, он получит Бхагавана. Махапрабху, он совершал эти игры, но мы обусловленные души. Но мы не можем подражать Махапрабху. Мы не можем имитировать Махапрабху. В шастрах написано. И Госвами, они все Махапрабху, он показал каждым своим движением, то есть делайте баджан таким образом, как я вам показываю. Но как же это возможно? Это очень сложно. Махапрабху, он своим собственным ачараном показал, как совершать баджан. Он показал, как нужно делать. Но это невозможно для обусловленных душ, но тем не менее, чему-то они могут уже, ну, что-то они уже могут делать. Махапрабху, он явился сюда, чтобы научить нас Рагануга Баджану, показать нам Рагануга Баджан. Рагануга Баджан — это большая редкость. Сахаджи могут говорить всякую ерунду, но Прабхупада, он протестовал очень мощно против них. Кешу Госвами Махарадж, Бхакт Прамод Пури Госвами Махарадж,
Бхактивинода Тхакур. Все они написали много чего по этому поводу. То есть это ну, по поводу сахаджи, что они ерунду всякую говорят. Так нельзя заниматься Рагануга Бхаджаном. Рагануга Бхаджан — это что-то естественное. Оно автоматически проявится. Когда вы осознаете свою сварупу собственную, тогда вы поймете, а, это моя сварупа, и тогда вы будете вдохновлены служить определенным образом. Но сахаджи говорят, что Рагануга Бхаджан, Рупануга Бхаджан, а не, это очень какая-то, это очень все такое дешевое. Ну, то есть с легкостью можно совершать это. Как же это возможно? Докажите. Нет, это не просто. Рагануга Бхаджан, его можно с... для начала, говорит Бхактинода Тхакур в Бхаджан Рагасе. В Бхаджан Рагасе это уже об этом написано, что нужно. Когда вы полностью заняты в Види-марге под руководством Гурудева, не делай того, не делай того. Вы, когда вы почувствуете, что правила и ограничения, они ослабляются постепенно, вы просто дойдете до такого уровня, и вы расслабитесь просто. Вы почувствуете, что никакие ограничения не работают, и вы будете хотеть служить Кришне в зависимости от вашего настроения. То есть ваше сердце просит, я хочу обнять Кришну, я хочу это сделать, я хочу то сделать. То есть это в виде марга, там все по полочкам, там все по часам. Но Гора Кишор Дас Бабджи Махарадж не ходил в храм на арати, потому что арати у него было в сердце. Кто-то может нажаловаться. О, Гора Кишор Дас Бабджи Махарадж, он не ходит на арати. Как же он Сидда Махатма? Какой же он Сидда Махатма? Арати в его сердце постоянно. Гора Кишор Дас Бабджи Махарадж видит все. Вы себя ограничиваете правилами. А вы хотите ограничить действия Гора Кишор Дас Бабджи Махарадж, но он не как вы. Но люди глупы, они не понимают. Если вы будете следовать за своим садгуру, я повторяю постоянно, если вы получили садгуру, то есть его ачран должен быть совершенным. И однажды вы почувствуете, что правила и ограничения, они уже больше не так уж и работают хорошо. Это своего рода даже препятствие на пути вашего бхаджана. То есть вы ранее, 5 лет назад, это правило вам оно нравилось, оно вам помогало, но вы дошли до такого уровня, что это правило жесткое, оно является препятствием на пути вашего бхаджана. То есть сердце, оно бежит к Кришне. Зачем ограничивать его? То есть, и это называется рага-бхакти. Тогда вы... когда вы почувствуете это влечение Кришны, когда вы не сможете контролировать себя, вы просто не под контролем будете, вы тогда поймете, что это вот вы развили такое огромное чувство любви к Кришне. И вот вы можете через Харинам понять, осознать свою сварупу и продвигаться в бхаджане. Но если вы это сделаете не в подходящее время, то это приведет вас в проблемы. Кришна сказал Гопи. Гопи, если вы их ограничите какими-то правилами, то это вообще какое-то идиотство. Не ходите туда, не делайте это. Рано утром вам нужно подниматься. Глупые, их жизнь, она вообще существует для Кришны. Они не могут себя остановить. Они задыхаются, они в комнате. Как они могут жить? Махапрабху, то, что он нам сказал, на чем основывается Рагануга Бхаджан?
Когда вы почувствуете вот нечто, что чувствует гопи, это вот Рагануга Бхаджан. Это очень возвышенное положение. Махапрабху сказал, описывает положение преданных. Внешне этот пример, он такой грязный, но если вы поймете скрытый смысл, то это нечто самое возвышенное. Я вам сказала уже, что материальный мир — это извращенное отражение духовного мира. То есть вы подумаете, почему Махапрабху дает такой пример? Он грязный, но если во Пракрита Джагате, то здесь все плюнут на тех, кто себя так ведет. А во Пракрита Джагат — это самая возвышенная вещь. Чем больше вы здесь что-то ненавидите, тем больше это, ну, нечто совершенное в духовном мире. И прям как дерево кокоса, пальма кокоса в отражении в озере, оно наоборот, то есть... Махапрабху дал пример жены. Жена, она внешне показывает свое целомудрие, она служит мужу, за детьми заботится, но у нее отношения нелегальные, то есть у нее любовник. И никто не знает об этом. Внешне она все по дому делает, она моет посуду, готовит, заботится о детях, но когда муж уходит, она ведет свою вот эту вот жизнь незаконную. Все думают, что это целомудренная женщина, но она не такова. Махапрабху дал такой пример. Но вам нужно, ну, как бы подумать об этом примере с точки зрения Пракрита Джагат, духовного мира. Такой пример Махапрабху дал, чтобы мы поняли, потому что вы не поймете примеры из духовного мира. Слушая материальный пример, мы можем понять, ну, приблизительно, ну, примерно вот так, потому что примеры Апракрита из духовного мира мы не поймем. Вот почему Вьясадева Госвами, Шукадева Госвами, все они дают, всегда приводят материальные примеры. В Бхагаватам вы увидите. Все примеры приводятся, они материальные, потому что ну, они не материальные, потому что об этом говорит Бхагаватам, но пример кажется, как будто он материальный, из материальной жизни. Шукадева Госвами, он ругается, кого-то обзывается, говорит, что это свинья, это собака, он же самый возвышенный Парамамса, он не должен использовать такие слова, но он говорит, они все как животные. Они свиньи, они собаки. Те, кто не слушают имена Бхагавана, кто не произносит имена Бхагавана, все они вот... Это кажется, пример материальный, но тем не менее он не материальный, потому что это Бхагаватам. То есть на время возьмите этот пример, чтобы понять, каково отношение у вот этой вот женщины с любовником. То есть она даже готова обманывать своего мужа. Если вы примените этот пример на духовный мир, это нечто очень грязное, можно наплевать на это в материальном мире, но если вы подумаете о гопи, гопи, они игнорируют своих мужей, своих детей, все социальные нормы и запреты, они все игнорируют. Почему? Потому что их герой — это Кришна, а герой здесь — герой какой-то обычный материальный человек. Единственный герой во всех мирах — это Кришна. Вот почему тот пример, он подходящий. Это превосходный пример. Махапрабху дал такой пример. А в другой раз Махапрабху, он расплакался и сказал, «У меня нет никакой любви к Кришне, я не люблю, совсем не люблю Кришну. Если бы я его любил, то где бы... Нет никаких признаков».
Но если вы скажете, что я плачу постоянно, но я плачу только для того, чтобы увеличить свою удачу, но это не признак моей любви к Кришне. И я беспокоюсь о своей жизни, о пране. Я защищаю свою жизнь абсолютно. Это бесполезно. Жизнь, она дана для того, чтобы совершать Кришна-бхаджан, а я не совершаю никакого бхаджана. Я не люблю Кришну. Я совсем не люблю Кришну. Нет никаких признаков моей любви к Кришне. Хорошо, вы можете сказать, что я плачу. Но да, я плачу. Но это чтобы увеличить мою удачу. Может быть, однажды мне получится возвыситься. Мапрабху, но теперь поймите, что такое Рагануга Бхаджан. Это не шутки. И чем занимается Сахаджи? Мапрабху сказал, Ганда, даже нету запаха премы, даже следа премы нет. У меня нет совсем никакой любви к Кришне. Если бы у меня была любовь к Кришне, если бы я его любил, то зачем бы я беспокоился о своем теле? Это тело бессмысленное. Я могу есть, спать, одеваться. Нет, не идет и речи о Харибаджане. Мапрабху сказал, эта жизнь подобна жизни насекомого. Моя жизнь подобна жизни насекомого. Кому интересно, что там у какого-то насекомого там в жизни происходит? Никому не интересно. И вот моя жизнь, она подобна жизни насекомого, а я вот забочусь о этой жизни. Вот таково мое положение. Мапрабху хотел показать нам, до какого уровня нам нужно будет возвыситься, чтобы получить Кришну. Кришну можно получить 100%. Прабхупада говорит, я обещаю вам. Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати Такура, он обещает, в этой жизни вы можете получить Кришну 100%. Не нужно ждать следующей жизни. Почему вы хотите рисковать? Потом родитесь в Африке, в каком-нибудь лесу. Почему вы хотите рисковать так сильно? Можете пожертвовать этой жизнью. Достаточно этого материального наслаждения. Все уже это видели вы. Целую вечность вы наслаждаетесь. Вот Мапрабху, он плакал, и вот он нам показывал это. Нет времени особо много. Я могу вот затронуть тему Рагануга Бхаджана. То есть я сначала вам сказал, что годы вам нужно следовать под руководством Шудда Гуру Вайшнава, то есть подниматься рано с утра в 3:30, в 4, принимать омовение, совершать баджан. То есть вот таким образом вам нужно будет совершать баджан по истечении 10 лет. То, что вы практикуете, помните, такова природа. То, что вы практикуете сейчас каждый день, это станет привычкой в вашей жизни. Что вы сейчас делаете, это станет, то есть каждый день вы пьете чай, например. Вы это практикуете. Но это может стать привычкой вашей. Вы без чая или без вина вы не сможете прожить. Вино и я, мы или наркотики, то есть мы все одно, мы стали неотличными друг от друга. Что тут поделать? Таким, то, что вы практикуете сегодня, если вы будете просыпаться рано с утра, получать даршины в йога-питхе, привыкайте, тренируйтесь. Может быть, один год вы будете страдать. В конечном итоге вы расслабитесь, это станет естественным для вас.
И то есть, если не получится у вас ходить на Гангу, вам будет не по себе. Мои дед и бабушка постоянно каждый день ходили на Гангу. Каждый день. И они пили воду из Ганги, они носили с собой бутылки, они не пили какую-то воду, они пили воду только из Ганги. Принимали омовение на Ганге и целый день пили воду Ганги до последнего дня своей жизни. Сейчас вы практикуете, но это станет вашей привычкой. Это так работает. Почему бы вам тогда не следовать вот всем вот этим вот сатвическим правилам? Я в предыдущей Харикатхе уже сказала об этом. То есть служите сатвическому времени, сатвической воде, сатвическому общению. Кто вас остановит это? Вы можете служить вот этим в сатве. Таким образом, вы разовьете привычки. Я уже сказал, Кришна сказал Гопи, вы пренебрегли всеми общественными нормами, правилами, вы отказались следовать всяким семейным ограничениям, это все для меня. То есть вы настолько влечены мной, что вы идете ко мне, и вам не важно, что вас будут критиковать, мужья могут от вас отказаться, а вам не важно. Жизни гопи, они посвящены Кришне. Вы думаете, что это кама. Я уже вам сказал, это пример Махапрабху, он применяется к гопи. Гопи, они проигнорировали все социальные нормы. Ну, то есть пусть они думают, что они хотят, нам нужно к Кришне. То есть если вы примените этот пример, который Махапрабху дал, на духовный мир, ну, то есть если вы его переведете на духовный мир, разве это что-то грязное? Нет, конечно. Мы совершаем какие-то домашние работы, но наши умы, они концентрируются на лотосных стопах Кришны. Мы готовим, моем, заботимся за мужем, но ум у нас у лотосных стоп Кришны. Это вот успех вашего баджана. Поймите. Вам примите обет с сегодняшнего дня служить всем, служить сатве, следовать видимаргу, как положено. И постепенно видимарг, расслаблюсь в определенный момент, и я освобожусь и разовью вот эти вот отношения, свободные с Кришной, и буду служить Кришне. Таков путь. И я вчера уже сказал, не все, то есть разные преданные не могут иметь одни и те же отношения к Кришне. То есть кто-то в сакья-расе, кто-то, кому-то нравится служить Кришне как Мадумангал или как Субам. То есть вам нужно будет потом выбрать одного в Раджаваси. Мне нравится вот это служение. И он станет вашим гуру, вот тот в Раджаваси. То есть у вас будет ваш гуру, но и вы будете следовать по стопам того или иного в Раджаваси, Судам, Васудам, в зависимости от вашей расы. Постепенно вы станете служить Кришне денно и ношно. И вы будете совершать вот это служение. Если вам нравится Яшода Ма, Нанда Баба, тогда вы будете следовать им и служить Кришне таким образом, как они ему служат в этом настроении. Вам нужно будет слушать об этом. Это очень таинственная вещь. Однажды вы ее осознаете. У вас есть это тело, но Рагануга Баджан — это некое таинство.
То, что вы совершаете как садхану, то вы и получите. То есть какую садхану вы совершаете, то вы... Если вы всю жизнь не делаете ничего, а потом за ночь вы можете стать гопи, Гурудев вас как на фабрике сделал из вас гопи, и вы стали гопи, это невозможно. Шанта Мараша шутил, как правило, «А, идите ко мне, я вас за ночь сделаю вас гопи». Махарадж ругался на Сахаджи, в общем, он открыто говорил, идите все ко мне, они хотят стать все гопи за ночь, идите, я вас сделаю гопи. Прабхупада сказал, что то, что возможно в случае великих преданных, если мы будем их имитировать, подражать им, то мы помрем. Если, предположим, вы больны, у вас печень больная, или что-то еще. И если кто-то вам даст очень просад такой вкусный, изысканный, то доктор вам скажет, нет, вам нельзя такое. А сахаджи говорят, не-не, кушайте, кушайте, все нормально. Ну, то есть нельзя, это запрещенное. Вы сейчас больны, у вас желудок, с желудком проблемы, с печенью и так далее. Вы не можете есть то, что может есть человек полностью здоровый. То есть здоровый человек может есть чана расу и так далее. Те, кто ест, они пусть едят. У них их положение позволяет им принимать такую пищу, но ваше здоровье, оно не в порядке. Вам нужно выздороветь сначала. Прабхупада дает такой пример, когда вы... Когда вы хотите покушать какого-то изысканного просада, ну, тяжелого просада, какой он там. Прабхупада говорит, что если вы больны, и вы станете вкушать такой просад, вы умрете. Если вы будете себя вести так, как ведут себя великие преданные, вы будете подражать гопи и так далее, вы это переварить не сможете. Вы падете. И повсюду люди их неправильно ведут, то есть их отклоняют от пути, от правильного. И вот эти вот гуру, они сами не в положении, ну, не на хорошем, то есть они не в анугате, их слова, их поступки доказывают, что они не в анугате. Гурудев чей-то, он не говорил о таких вещах, его парам Гурудев не говорил ничего, его там пра Гурудев тоже не говорил ничего, то есть кто-то придумал что-то. Там фабрику какую-то создал, и там он и поставляет какую-то расататву очень вкусную. Это невозможно. Таким образом нельзя прогрессировать. Вам нужно наблюдать и ждать. Когда вы достигнете такого уровня, если вам понравится Шудам, вам нужно будет за ним следовать. Если вам нравится Мадхумангал, вам нужно за ним следовать. Если вам нравятся слуги, то есть нужно понять, как они служат. Если вам Нанда Баба нравится, то вам нужно будет разобраться в настроении Нанда Бабы. Постепенно вы будете следовать за тем или иным враджаваси, то вы будете прогрессировать, но не сейчас, не на этом уровне, иначе вы потеряетесь совсем. Если вы начнете Рагануга Баджан насильственно, у меня есть деньги, почему я не могу совершать Рагануга Баджан? Нарушители будут наказаны. Когда мы были маленькими, там было какое-то произведение. Демоны не разрешали детям играть во дворе или в саду. И тогда там написали на вывеске, никому нельзя заходить в этот сад. И нарушители будут наказаны. То есть если кто-то зайдет насильственно, ну то есть силой, то там на них подадут, например, в суд. То есть силой вы не можете начать Рагануга Баджан. Это нечто естественное. Оно случится само собой.
Вы сейчас следуете Видимарге. У вас есть ваша цель, но вы следуете Гуруварге, следуете всем правилам и ограничениям. И постепенно вы поймете, что вам не нужны больше эти ограничения, и вы любите Кришну и хотите любить Его свободно, потому что правило станет для вас препятствием. Но не сейчас, не на этом уровне. Я бы хотел сказать много разных вещей, но нет времени. Вчера я вам сказал, вы не возвышенный преданный. Представьте себе такой случай, случай Сахаджи. Однажды вы подумали: «О, мне нравится Лолита Саки», и вот я начну думать, что я Лолита. Это как такое возможно? Вы мужчина, у вас нет вообще никаких представлений о том, как совершать баджан. И вот сахаджи, они одевают вот эти вот браслеты на руки, одеваются как гопи. Я видел там, в других местах. Я туда отправился как шпион. Меня отправили посмотреть, как там, чем они там занимаются. И я туда пошел, и я там разговаривал с ними, но они не знали, что я туда отправился, чтобы собрать информацию и вернуться. То есть я увидел, чем они там занимаются. Ерундой всякой занимаются. Ерунда одна. Никакой реальности в этом нет. И они разрушают свои жизни. Они одевают браслеты, украшают, в общем, себя, как гопи. Я видел. И вот на той стороне Ганги, там ашрам один находится, на той стороне реки. Там тоже они ерундой занимаются. Таким образом, никогда невозможно вступить на территорию Рагануга Баджана. Нужно ждать и наблюдать за своим настроением. Когда вы получите милость, вы осознаете что-то. И в соответствии с этим вы начнете совершать баджан. Но если вы будете имитировать Гуру Варги, то вы отправитесь в ад. Вы никогда не достигнете уровня Рагануга Баджан. Сначала почувствуйте. Вы не чувствуете ничего, у вас никакого влечения нет. Однажды вы просто решили: «О, мне нравится Рупа Госвами Пад, и вот я стану за Рупа Госвами Падом следовать». Но это все создано в уме, вы все напридумывали себе. Вы просто приняли решение в уме. Это не апракрита ум. Ваш ум, он не апракрита, он материальный, он пракрита. Прабхупада говорит, Кешава Госвами Махарадж говорит, когда они считают себя гопи, Кешава Махарадж сказал, когда они думают, что они гопи, и они остаются в мужском теле, то они медитируют на эту гопи, и этот мужчина, он общается с этой гопи, ну, то есть совершает сангу круглосуточную. Они мужчины, у них все представления все мужские, они мужчины, но они медитируют на гопи. Я гопи, я красивая женщина, и вот это вот тело мужское, оно придумывает в уме сварупи гопи, и оно с ней общается нелегально с этой гопи. Руганугая баджан, рупануга баджан невозможны таким образом. Они даже не избавились от майи. Как они могут совершать руганугая баджан? Они даже не избавились от майи. То есть как они решили? Они сумасшедшие. Они пойдут в ад на вечность. Лучше вы живите с обычной жизнью, совершайте харинаму. Сначала воспевайте святые имена, как только у вас появляется время. Ну, там, на работу, если надо, работайте, но постоянно воспевайте имена. И вот Махапрабху, он стал являть вот эти вот лилы очень глубокие. Последние его лилы. И мы знаем Прабхудананда Сарасвати Пад. Благодаря ему мы знаем все. Это уже написано в шастре. Чайтанья Чаритамрите написано, что через Видимарга не получить Кришна прему.
Следуя Видимарге, вы никогда не начнете Рагануга Баджан, то есть Кришна прему не получить через Видимаргу. Но это не значит, что нужно отказаться от Видимарга. Нет, смысл заключается в том, что вам нужно следовать Видимарге. И постепенно, вот уже это я вам уже объяснил, как нужно продвигаться. И вот Махапрабху, он начал свои финальные игры. Вот он уже решил покинуть, оставить этот мир. Махапрабху всегда плакал в последнее время, в последние моменты своей жизни. Вот он день и ночь, но он только плакал и жаловался. Даже когда Сарупа Гусвами и Рая Рамананда, когда они разговаривали с Махапрабху, когда они ему однажды ему сказали: «Уже ночь, уже, Прабху, отдохни, мы вернемся с утра». И тогда Махапрабху сказал: «Что вы подразумеваете под отдыхом?» Харикатха — это отдых. Я отдыхаю посредством харикатхи, но когда вы перестаете говорить харикатху и совершать киртан, я схожу с ума. Махапрабху, в общем, он заплакал, сказал: «Что вы подразумеваете под отдыхом? Я не нужен мне никакой отдых. Когда вы уходите, я остаюсь в таком плачевном состоянии. У меня мое тело и мой ум, они не под контролем. Я ничего не понимаю. Почему я делаю это или то? Не спрашивайте меня. Я не понимаю, я не делаю что-то специально. Все случается само собой. Я не могу жить без Кришны. Пожалуйста, дайте мне Кришну. Я хочу увидеть Кришну. Я хочу его обнять. Без Кришны у меня нет никаких других ожиданий. Если я не получу Кришну, я не выживу. Я не могу жить без Кришны. Таким образом, день за днем ситуация все усложнялась. И в итоге стало такое положение, стало таким опасным. Прабху, он был абсолютно неконтролируем. Никто не мог его контролировать. Саруп Госвами и Рая Рамананда, они 24 часа как тень за Махапрабху. Они даже в последние моменты жизни, они даже домой не возвращались, постоянно находились в Махапрабху круглосуточно, чтобы как-то его контролировать. Его настроение было очень таким опасным. И Прабху, он решил покинуть этот материальный мир. Мы неудачливы, Махапрабху нас оставил. Он увидел, что мы все пассивные, что мы не хотим воспользоваться случаем. Не захотели мы принять то, что он нам хотел дать. Может ли человечество ожидать такую удачу? Но как можно получить такую удачу? Это невозможно, но это было возможно. По милости Махапрабху это стало возможным, а сейчас это ваш выбор. Вы хотите испортить свою жизнь или воспользоваться этим случаем уникальным. То есть Махапрабху, он был полностью вне контроля. И однажды никто не смог найти Махапрабху, и там было 2 или 3 человека, они увидели, как Махапрабху, один увидел, как Махапрабху, он мчался в океан, то есть он по океану прям, он вбежал в океан и исчез. Это кто-то увидел Махапрабху, как он вбежал в океан. А кто-то увидел Махапрабху, как он вошел в алтарную Тота Гопинатха и исчез. То есть никто не увидел его больше. А кто-то увидел Махапрабху, как он мчался в храм Джаганатха, никто не мог его остановить. То есть он слился с Джаганатхом. Двери закрылись, и потом они открыли двери алтарные и не увидели больше, не нашли Махапрабху. Прям как в случае Вишнуприи. Вишнуприя, она была в таком положении, вот она уже просто не могла жить без Прабху. Она плакала, достигла такого состояния.
Было вот, а, это было утро, 4:30 было арати совершалось. И неожиданно, по завершению арати, они увидели, как Вишнуприя, они видели, как она вбежала в храм, вошла в алтарную, и двери закрылись. Что случилось? Она, как сумасшедшая, просто забежала в алтарную, и они открыли двери, и они никого там не нашли. Она слилась с телом Дамешвара Махапрабху. Также произошло с Джанава Такурани, то же самое. Джанава Такурани, она совершала парикраму Рада Гопинат, и Гопинат, он ее потянул ее за сари. И потом она исчезла. И она просто предстала перед Гопинатом в качестве божества. То есть я знаю, что вы в это не верите, у вас материальное сознание, материальный фокус, поэтому вы не верите в это. Таким образом, Махапрабху, он оставил этот мир, и столько много сплетней всяких разных, столько многих всяких обсуждений по этому поводу. Кто-то, какие-то профессора из университетов, они там защищают докторские, пишут какие-то негативные вещи о Махапрабху, что Махапрабху избили до смерти, панды, они написали такое, что Махапрабху избили до смерти. Ну, они могут писать, что им нравится. Логические интерпретации никогда не помогут на пути Харибаджана. Попытайтесь увеличить вашу веру и будьте внимательны, с кем вы общаетесь. Будьте всегда начеку. И я вам не смогу помочь. Я вам могу отдать всю свою кровь, но я не смогу вам помочь. Я вам только обещаю, что я вас могу спасти, если вы будете следовать Прабхупаде, всем правилам и всем ограничениям. Даже если это сложно, вам придется этому всему следовать, а иначе нет никаких шансов. И Махапрабху, перед тем, как удалиться из этого материального мира, он применил эту шлоку Шикшастакам. Шикшастакам Махапрабху написал давным-давно, но вот в своих играх Нилачала он прочувствовал каждую шлоку Шикшастакам. Каждую шлоку он ее применил в своей жизни и показал нам ее на практике. Если мы это все учтем, то мы будем спасены, а иначе никто нас не спасет. Махапрабху оставил этот мир. Кто-то его увидел, что он слился с Тота Гопинатом, кто-то видел Махапрабху, как он слился с Джаганнатом, а кто-то увидел Махапрабху, как он исчез в океане. Апракрита Шарир Адвейта Госвами, Апракрита Шарир Нитьянанды Прабху, Апракрита Шарир, у нас нет доступа к их телам, они Апракрита, то есть, нету их. Они Паршады. Не нашли их тела, то есть нет самади. Махапрабху, он оставил этот мир материальный, но мы удачливые, потому что он оставил свои учения и свой ачаран. Если мы удачливы, мы сможем следовать этому всему. Если мы неудачливы, то, конечно, мы не будем этому следовать. Кто вас заставит? Заставить совершать баджан нельзя. Баджан, он зависит от вашего настроения. И зависит от вашего общения. С кем вы общаетесь? С тем, с кем вы общаетесь, вы получите такой результат. Если вы общаетесь, совершаете плохое общение, то кто вам, ну, что тут поделаешь? По крайней мере, одну харикатху в день вам нужно слушать и совершать постоянно киртан с утра и вечером. Я знаю, это сложно, но тем не менее, это очень легко. Патитанам Павани Бхо, Вишнаеву.